Так, познакомимся. Это Сергей. А это его жена Галя. Приехали они в Таиланд. Вот они в кафе сидят. Отдыхают уже. А это Варан в ближайшем водоеме. А вот такие небольшие небоскребчики там есть. Не то, что у нас. Вот Бангкок, столица ихняя. А теперь они будут показывать нам то, что сами видели. В кафе можно хорошо покушать, всевозможные напитки есть. А если есть желание, то можно засушенного крокодила даже купить как сувенир. Вот. Или же пиджачок из питона за 100 тысяч рублей. А это военный пляж. Он самый чистый в их стране. За ним следят военные, чтобы скучно им не было. Вот они там все прибирают, все убирают, все чистят, поэтому он такой чистенький. Самый чистый песок там. А если кто не будет подчиняться им, то они их расстреливают вот из этой пушки. Правда, снарядов почему-то не было. В океане полно всякой разной живности. И рыбы, и кораллы, и чего там только нету. Вот можно морских ежей вот таких наловить, колючих таких. А если есть желание, то можно и рыбы наловить удочкой. Каждый такой двигатель 500 лошадиных сил. Это таксопарк, видать. Прям на лодке газовый баллон, все готовят, есть, пакуют, цветочки продают. Какого сезона? Обтачивают их пирамидками.
это ремонт телевизора, перемотка якорей, видеомагнитофонов, электроника. Вот маг, чистый мелочей, пожалуйста, с левой стороны. Большой каскад водопадов, 10 штук, до самого верхнего очень трудно добраться, тропа плохая. А под водопадами озера, там вараны, рыбы много всякой, и люди тут же купаются. Притом не только туристы, но и местные тоже любят здесь отдохнуть. Этот священный слон с тремя головами, высотой 50 метров, сделан из бронзы, и внутри у него находится музей. Молодец!
такой. Заправка. Прудик, фонтанчик. Рыбки плавают. Красота. Отдых подходит к концу, сейчас рыбок покормили, поднимемся на небоскреб повыше, оттолкнемся и полетим к себе домой.